В мире Дэнди, в мире Дэнди, в мире Дэнди. С утра сегодня в воскресенье, хочешь верь или не верь. Так ты устройся поудобнее и закрой плотнее дверь. И как обычно на премьере по воскресным по утрам, а передача в мире Дэнди прямо в дом приходит к вам. А ты послушай Боба Уха и смотри во все глаза, а ты узнаешь очень много, меньше чем за полчаса. А нам в создании передачи помогает магазин, он называется Дом Дэнди. В нашем мире он один. А в мире Дэнди, а в мире Дэнди, в мире Дэнди, в мире Дэнди. А в мире Дэнди, в мире Дэнди, в мире Дэнди. А в мире Дэнди. Ну вот, наконец-то прошла эта тяжелая учебная неделя. Наступило долгожданное воскресенье. Но это не дает вам повода спать аж до самого обеда. Ибо сейчас вы увидите очередной выпуск нашей передачи. Так что если вы еще спите, то поскорее просыпайтесь и включайте свой телевизор на телеканал «Премьер». Потому что через 5 секунд мы начинаем. Смотрите «Мир Дэнди». Магазин «Фишбот». Надувные моторные лодки, лодочные моторы, новые ИБУ, эхолоты, навигаторы и другое оснащение для рыбаков и охотников. В магазине «Фишбот». Улица Богдана Хмельницкого, 33. Телефон 41-97-42. Привет! В эфире «Игровые новости». Совсем скоро произойдет событие в мире компьютерных игр, которого мы так долго ждали. Выход Final Fantasy IX. Давайте еще раз посмотрим эти замечательные заставки. Просто классные RPG.
каждое воскресенье в 10.30 на телеканале «Премьер» вы смотрите компьютерно-развлекательную программу «Мир Дэнди». Новости, новинки, секреты, новые игры и многое-многое другое, связанное с компьютерными играми. Итак, каждое воскресенье в 10.30, несмотря на то, что хочется спать, включаем свои телевизоры и смотрим «Мир Дэнди». Я не видел глупее этих призывников. Вас призывали только по одной причине. И эта причина — война. Я сказал — война! Ты же не живешь сам по себе. Здесь вам не придется бездельничать. Связь! Нет, у вас не дежавю. Просто сейчас рубрика «Играем». Сейчас по многочисленным просьбам наших телезрителей, то есть вас, мы повторяем репортаж об игре Hawks of War. Это главное в жизни свиней. Будем. Слышь, Паш, им, наверное, понравилось, как я хрюхаю. Ты думаешь? Ну тогда на бис? Не, ты знаешь, мне кажется, что им понравилась сама игра. Да? Ну тогда смотрите. Hawks of War. Нажай! Но! Вы должны потренироваться перед отправкой в зону боевых действий. Мир! Здравствует новая, безбашенная, убойная, зубодробительная игра, в которой могут взорваться аж 4 человека. Да здравствует трехмерность, классная графика и навороченный геймплей. Червячки отдыхают. Да, на самом деле, червяки нынче не в моде. Эволюция не стоит на месте, и на замену им пришел новый биологический вид. Боевые свиньи. Нет, не пугайтесь этого слова. Какие бы ни были безобидные эти хряки, они развязали масштабную войну на целую страну. И все из-за какого-то пойла. Но на самом деле, признайтесь, их идеалы и цели нас мало волнуют. А вот слово «война» притягивает как магнитом. А где еще можно увидеть вооруженных до зубов свиней, кромсающих, стреляющих и взрывающих друг друга из всего, что кромсает, стреляет и взрывается? Ну да ладно. К этой теме мы еще вернемся. А сейчас посмотрим, что же представляет из себя сама игра. Армии на марше. Мир поделен. Атаки ведутся по земле, по морю, с воздуха. Идет снабжение продуктами, ведь солдат надо кормить. В тылу производятся бомбы, снаряды для танков и атомные бомбы. Помните, что война — это не прогулка, это работа. Работа на поле боя. Здесь не место трусости. Если повезет, встретимся ближе к Рождеству. Как вы уже заметили, смысл очень похож на вышеупомянутых червячков, только действие происходит на полностью трехмерных ландшафтах. Бои происходят по ходам. Сначала ходите вы, потом ваш противник. Каждой свинье отделено ни много ни мало, а 99 секунд. За это время можно добежать куда угодно, забраться на гору, переплыть реку и в конце концов совершить какое-нибудь гнусное действие. Насколько гнусным оно может быть, зависит от вас. Можете расстрелять противника в упор из огнестрельного оружия, закинуть за шиворот динамит, отстрелить левое ухо из снайперской винтовки или на худой конец заколоть штыком. В общем, извращайтесь как хотите. Главное, чтобы вам было весело. Да и миссию не забудьте попутно выполнить, а не то дальше по сюжету не пустят. После каждого из уровней вы получаете награды и можете вручить их любой свинье из вашего отряда, заодно натренировав ее в какой-либо области. Снайпер, подрывник, шпион или медхряк. От этого будут увеличиваться показатели, и в следующих миссиях вы будете действовать куда успешнее, попадая с другого конца поля не в левый глаз, а в правую ноздрю. Ну я понимаю, это все, конечно, весело, но если вы хотите почувствовать всю убойность этой игры, соберите друзей и поиграйте вчетвером. Такого боя вы никогда не забудете. Все на войну за пойло. Смерть свиньям. Трижды ура, самые убойные игрушки. Hawks of War.
А сейчас, как вы уже догадались, вас ожидает хит-парад нашей передачи. Единственный вопрос, который сейчас вас, наверное, волнует, так это какой именно хит-парад вы сегодня увидите. Скрывать не буду, это сентябрьская мировая десятка. Нужно отметить, что в ней произошли кардинальные изменения. Особое внимание хочется заострить на втором месте. В общем, вы сейчас сами все увидите. На 10-м месте мирового хит-парада «Игра», которая через неделю после выхода в свет сразу оказалась в чарте. Это новейшая хитовая RPG-шка от Sony Computer Entertainment «Легенда о драгунах». Сногсшибающая графика, увлекательный сюжет и захватывающий геймплей – вот что помогло этой игре в кратчайшие сроки так высоко взлететь. На 9-е место, не знаю каким образом, залетела игра «Legend of Mana», которая успешно была перенесена с 16-битной приставочки Super Nintendo. Именно поэтому она так высоко ценится любителями классических RPG. Восьмую строчку хит-парада занимает игра все того же нынче популярного жанра RPG, на сей раз уже в смеси с экшен. Vagrant Story от Squaresoft. Ее видели многие, а кто не играл, даже не подозревает, от чего отказался. Хит. Все тот же неугомонный Соник в геймкасте постепенно скатывается все ниже и ниже. Не вечно же ему лучше десятки тусоваться. Игрушка-то уже не новая. Зато очень классная, хотя и на геймкасте. Ладно, не будем травить душу и перейдем к следующей строчке. Долой патрули с их полосатыми палочками. Долой знаки с ограничением скорости 40 км. Крышу снесло уже давно. О, кого она на месте, тот не играет в Crazy Taxi. Игру, где само название говорит само за себя. Игру, где можешь сделать все, что хочешь, и забудь про правила. Полный улет. Resident Evil 4 оказался на 5-м месте мирового хит-парада. Что ни говори, это классика. И могу поспорить, что все фанаты этой серии кусают локти от того, что игра все-таки вышла на Dreamcast. Что ж, будем надеяться, и мы в скором будущем дадим сваченного пинка Umbrella. Legend of Dragon, Legend of Mana, Legend of Zelda. Сколько еще легенд нам расскажут? Во всем нужно знать меру. Вот и старая добрая Зельда, некогда блиставшая на верхушке, опустилась на 4-ю строчку. Стоит заметить, что от этого она ничуть не ухудшилась и по-прежнему остается лучшей игрой на Nintendo 64. И открывает тройку лидеров мирового хит-парада Soul Calibur, постоянно выясняющий отношения с 8-й частью серии Final Fantasy. Сегодня он, правда, не в форме и дал сквайровской RPG-шке небольшую фору. Но ничего, посмотрим на положение дел через месяц. А вот это новость. Final Fantasy 9, только появившись, сразу запрыгнул на вторую позицию. Довольно резво. Сквайр бьет все рекорды. И это еще только японская версия. Что будет дальше, остается только догадываться. Поживем, увидим. А про эту игру сказано все, что только можно было сказать. Показано все, что только можно было показать. Только осознание того, что Final Fantasy VIII является лучшей игрой во всем мире, вводит в дрожь. Сказать больше нечего. Остается только играть. Только в магазине Roll Sport. Настоящие спортивные очки Uvex. Фирменный дизайн и безупречное качество. Очки Uvex полностью защищают глаза от ультрафиолета, не бьются и не царапаются, абсолютно антистатичны. А некоторые модели способны превратить пасмурный день в солнечный. Очки Uvex не искажают реальности, они делают реальность лучше. Фирменные очки Uvex в магазине Roll Sport. А теперь традиционная рубрика Help. И сейчас вы узнаете секреты, угадайте для какой игры. Это Siphon Filter 2. Как вам такой секрет? Убивать противников с одного выстрела, даже если они в бронежилетах. Но это еще не все. Сейчас вы увидите еще секреты для игры Cool Delta. Супер нов. Siphon Filter 2. Во время игры в режиме паузы поставьте курсор на опцию оружия. Затем одновременно нажмите Select L2 0 квадрат X. После звукового сигнала в режиме кодов поставьте
суперагента. Теперь вы всех противников убиваете с одного выстрела. Секреты для игры Cool Delco. Начать игру. В главном меню найдите опцию «Начать игру» или «Start Game» в английской версии, после чего нажмите кнопочку X. Для того, чтобы закончить игру, во время игры нажмите вверх-влево Select Power. А теперь секрет на все оружие и бессмертие. Во время игры нажмите треугольник Select Start X Reset Power Power вверх треугольник. После чего нажмите кнопочку Open. Надеемся, что вы успели записать эти секреты и будете использовать их во время игры. Но, к сожалению, очередной выпуск нашей передачи подошел к концу. Пожелал бы я вам всего хорошего, но, к сожалению, лето уже закончилось. И поэтому потерпите всего лишь недельку, одну недельку, до следующего выпуска нашей передачи. Ну, а на этом у нас все. Пока!